Сначала небольшая справка. Все-таки очень важно то, что введение пересечения, режима пересечения границы с использованием документов международного образца, потому что заграничный паспорт мы понимаем по-разному. Это то, что действительно, как Анатолий Иванович и сказал, в 2012 году еще в послании Федерального собрания, и это было вместо введения визового режима. То, что требовало и общественности, отдельные особенно категории и так далее. Поэтому, мне кажется, тут вот два момента, которые нас могут дезориентировать, потому что первое, могло бы быть и визы, так просто понимать, да, по факту. А президент именно ввел вопрос для действительно обеспечения элементарной безопасности и административно-правовых режимов, правильное просто оформление документов. И второй момент, что речь все-таки идет не о заграничных паспортах в узком смысле, а о документах, установленных международного образца. Насколько я владею ситуацией, в Таджикистане, который несколько лет назад перешел на новые документы установленного образца, они имеют все необходимые сегодня степени защиты, и как на Западе, там нет такого, заграничный паспорт, помимо специально дипломатических и так далее, есть просто документ, достаточный для пересечения границы. Поэтому просто тут надо разбираться, я надеюсь, что ФМС и государственные органы здесь все проведут как нужно. И второй момент, мне кажется, вот очень интересный действительно телемост такой, и сам диалог, и столь представительный с российской, и с таджикистанской стороны. Вообще, это правильная форма, потому что просто надо обсуждать, разговаривать, вбрасывать вопросы. Вот это, мне кажется, само по себе важно, потому что, к сожалению, я когда прилетаю в Таджикистан, у меня часто такое ощущение, что как бы откуда-то куда-то проваливаешься в незнакомую страну, и тебя воспринимают как уже незнакомого человека, потому что все-таки такого тесного общения вот на межгосударственном уровне, поездки в Таджикистан, они, к сожалению, не столь часты, как можно было бы и нужно было бы проводить, поэтому телемост – это прекрасный выход. Да, действительно, 12 июня, в День России, как раз был создан в Таджикистане Центрально-Азиатский экспертный клуб «Евразийское развитие». И мы с огромным интересом тоже смотрим за тем, как это создается, помогаем с точки зрения экспертной помощи. И очень важно, что все-таки вопрос, мне кажется, надо ставить действительно, вот, как правильно вы сказали, в стратегическом плане, потому что все уже отметили, что вопрос идет не просто, ну, в хорошем смысле, о неком межгосударственном сотрудничестве, которое, конечно, должно быть корректным, взаимоуважительным и так далее. Мы четко понимаем, что Таджикистан находится в центре всей большой Центральной Азии, где и Пакистан, и Афганистан со всеми его проблемами, и Иран, и Каспийский регион, и бывшей республики Советского Союза в Средней Азии. Поэтому на самом деле значение Таджикистана просто оно бесценно для нас с точки зрения того, что мы через Таджикистан и уже по факту, и в дальнейшем, я надеюсь, и будем вместе решать и афганскую проблему. Работает четверка. Афганистан, Таджикистан, Россия, Пакистан. Так называемая центральноазиатская четверка. Мы, соответственно, мне кажется, должны мощнее думать не только об интеграционных формальных процессах, но и о том, чтобы Таджикистан максимально, если хотите, включать в процессы создания общего рынка Большой Центральной Азии, потому что для российской промышленности это уникальный рынок, 350 миллионов, между прочим, человек с тем же Пакистаном, в котором скоро будет 200 миллионов человек. Поэтому это колоссальный рынок для российской промышленности, которая пока, к сожалению, не так активно действует на этом рынке, как можно было бы. Нам нужно все равно будет решать проблему Афганистана. А Афганистан, напомню, вторая этническая группа в Афганистане – это таджики. И как бы то ни было, граница Таджикистана и Афганистана – совсем другая граница, чем абстрактная в нашем представлении, потому что живут часто родственники, семьи и так далее. И в конце концов, знание языка. Поэтому это все наши проблемы, и наркотрафик, и стабильность, и борьба с экстремизмом – это так или иначе стабилизация развития Афганистана. Без Таджикистана мы здесь не обойдемся. Вопрос развития новой индустриализации России – это вопрос центральноазиатского рынка большого. Без Таджикистана мы здесь не обойдемся.
Здесь, мне кажется, все-таки надо некие стереотипы пересмотреть, потому что действительно я очень люблю Таджикистан, и вот сидят знакомые мне люди напротив, которых я тоже очень люблю и уважаю, и у нас, конечно, все очень сводится вот к узкомиграционной проблеме, к каким-то отдельным, так сказать, действительно происшествиям, а очень важно сегодня этот потенциал нашей общей цивилизационной судьбы, вот это очень важно. Нам очень важно сохранить и нарастить. Потому что я никогда, когда прилетаю в Таджикистан, я никогда не ощущаю, что это какое-то, ну вот, зарубежное государство в классическом смысле. Это не Зимбабве, так сказать, замечательное государство, куда прилетаешь как в иностранное государство. Это братский народ, где говорят на русском языке. Где русский язык, между прочим, имеет один из самых высоких статусов на пространстве СНГ. Поэтому это надо то, что надо сохранять. Отсюда, вот, кстати, мы, когда вот проводили первое заседание Центрально-Азиатского экспертного клуба «Евразийское развитие», одновременно мы поработали с Министерством промышленности и новых технологий, сейчас у нас меморандум нашего института заключен, и мы разрабатываем совместно программу новой индустриализации Таджикистана, новой индустриализации России, то есть совместно опять проекты совместного развития. Вот очень хотелось бы, используя столь статусное присутствие здесь на российской стороне и в Таджикистане, чтобы максимально действительно, и в том числе в подготовке к этому форуму, о котором сказала Любовь Николаевна, конечно, чтобы мы на новую вообще стадию, мне кажется, перевели наши отношения. Все-таки мы ушли от этого телевизионного образа, так сказать, каких-то непонятных, малограмотных таджиков-работников, а нужно совершенно другое выходить. И вот заканчивая, просто опять же хотел бы здесь подчеркнуть, мне кажется, очень важно то, что было сказано, что Абдулла Хабибович Хабибов сказал, что нам надо цивилизационные формы. Вот ко мне подходит очень много таджикских предпринимателей и говорят, ну вы ругаетесь на хаотическую миграцию, совершенно правильно. Ну вот давайте, мы готовы оргнаборы, мы готовы организовывать людей, давайте вместе с Великой Россией делать профучилище, чтобы к вам приезжали не люди без профессии, не люди, не грамм, профобразование. Давайте на совместном финансировании и так далее. То есть давайте мы наши отношения рассматривать не как несчастный случай. Потому что, да, то, что сказал Путин, великая, страшная геополитическая, крупнейшая катастрофа 20 века, развал СССР. Но 25 лет уже прошло, четверть века, пора выстраивать совершенно новое евразийское развитие. Поэтому, мне кажется, вот есть много вопросов, и я очень рад, что мы сегодня так вот это обсуждаем. И я очень хотел бы, чтобы действительно федеральное собрание здесь подключилось таким локомотивом, тем более есть предпосылки, и чтобы мы уже выходили на конкретные проекты. Поскольку действительно наркопроблема и проблема дестабилизации Центральной Азии является критической для безопасности России, я бы хотел подчеркнуть еще раз то, что Абдулла Хабибович сказал по поводу, по сути, форсированной индустриализации Афганистана, потому что никаких других путей нет. У нас один батюшка предложил закидать крылатыми ракетами Афганистан, чтобы наркотиков убежать. Есть еще всякие фантазеры, там как-то отгородиться, рвы накопать на 7600, например, километров с Казахстаном границей и так далее. Вот, все это неадекватно. Единственный способ – это резко поднимать Афганистан. И здесь Таджикистан имеет просто уникальное геоэкономическое преимущество и необходимость. И нам нужно так смотреть, переходить на новые форматы. И хотел бы чуть поспорить с Юлией Викторовной по поводу Евразийского экономического союза и по поводу темпов и так далее. Не хочу выглядеть экстремистом, что Юлия Викторовна, она как так мудрый человек, она так говорит, что надо спешить, все потихонечку. А все-таки, мне кажется, ситуация вокруг Украины и слом, как сказала Юлия Викторовна, многовекторных дипломатий и ориентаций, свидетельствует о том, что у нас очень мало времени. Либо мы быстро, интенсивно, на новых принципах, на новых экономических моделях восстановим новую большую страну, создадим Евразийский союз, либо так может получиться, что, к сожалению, вот та трагедия, что разворачивается буквально рядом с нами, с нашими братьями и сестрами, эта трагедия, к сожалению, может полыхать дальше везде, и Центральная Азия здесь мало не покажется. Поэтому, наоборот, резко, мы медленно, плохо, неинтенсивно строим Евразийский союз,
хотя президент Путин давно четко определил эту линию, этот вектор, и я здесь считаю, нам не нужно бояться никакой поспешности, нужно интенсивно это делать.